Всем привет, друзья, с вами Влад Стеймус. Если вам понравилась данная реакция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Еще обязательно подписывайтесь на Twitch, там мы смотрим аниме, различные шоу, фильмы и так далее. Чтобы не потеряться, подпишитесь на Telegram, там анонсики и много чего интересного. Увидимся с вами в ближайшее время. Приятного вам просмотра. Поехали! Йоу, ребята, всем салют, меня зовут Эрик Трикота, и это шоу Big Collab, дайте шума! И коллаб у нас сегодня огромный, потому что у нас сегодня 8-9 классных артистов, 3 саунд-продюсера, 1 сэмпл, 2 часа, и задача команд сделать полноценный трек с нуля. Написать бит, придумать текст, записать все это. После чего мы вернемся на студию, презентуем друг другу треки и определяем сами же победителя. Давайте представлю артистов. Я всего лишь здесь утра в Москве, когда опять воскрес, когда проснулся в кресле, когда в себя уходит вес. Да, и тут очень крутые артисты. Базука, Марсель, Лукимин, Эрика, Лундмоен, Немига. Знакома с Боем, наверное, или с Бум. Ну, короче, всех знаю абсолютно. Ну, кроме, я не знаю, знаком. Ну, видимо, это девушка, да, знаком. Ну, да, да. Очень крутой, наверное, состав. Один из лучших, который я вообще видел на шоу Трикота. Это круто. Поехали, посмотрим. Пыток, и мне нужна кискоты, камера пыток. Пока светить будет солнце, пока горит хоть одна звезда. Оп, иди дальше, поверни душ. Порт-э-зуша. Вот мы, моя. Возможно, ты когда-нибудь. Останься, будь со мной. У нас сегодня 4 саунд-продюсера. Глеб Калязин, Лэймбой, Эйшот и Локимин. Дайте шума, ребята. Локимин как продюсер еще. Блин, это круто. Это круто на самом деле. Блин, я даже, честно говоря, не знаю, за кого здесь. Наверное, за Базуку. За Базуку, наверное. А с кем он будет? Давайте послушаем сэмпл, с которым будем сегодня работать. Yeah. Сэмпл необычный. Блин, прям сразу столько идей, короче, прям вообще, да? Спрет. Какие-то женщины восточные танцуют. Отлично. Рад, что вам сэмпл так сильно понравился. Давайте по очереди команды выскажутся. Давайте начнем от команды Немига. Пару слов. Что будете делать? Услышали сэмпл? Какие ощущения? Что нас ждет? Техно. Сделаем, сляпаем. Такое прям... Обиденица, обиденица, до сюда. Карина? Полностью согласна. Стёп, ваша команда, у вас сегодня такой состав, группа Марсель, Брик Базука и Ольга. Пару слов. Это будет underground, hardcore, enigma, pop music. Enigma? То бишь сексуально. Кай, Базука? Да я бы так оставил. Просто лучший. Ольга. Думаю, это будет что-то классное, творческое. Интересно. Отлично, кайф. Ребята, ваша команда, Эрика, Локи, услышали сэмпл, что будете делать? Его можно использовать как перкуссию, соответственно, я бы оттуда не вырезал отдельный какой-то ваншот, я его подмешаю к чему-то очень мясистому, жанр будет бейс мьюзик. Круто, что ты сразу. Эрика имеет на вокал, она сможет отлично раздать, я тоже дам туда куплет. Надеюсь, вам снесет все, что у вас есть на головах. Очки, шляпа. Есть ощущение, что он буквально куплет сейчас зачитал. Да, скажи. Да, я думаю, что Локи зачитает, поэтому я сверху постараюсь это подчеркнуть. Сгладить женской энергии. Помимо основного сэмпла, у вас будет также дополнительный сэмпл. Необходимо будет сделать свитч, переход в треке. Я зайду к вам в комнату и предложу дополнительные мелодии, чтобы вы могли интегрировать это в свой трек, изменить настроение песни. Это добавит композиции разнообразия. Пользуясь моментом, респект студии Darkside Records. Отличное пространство. Обязательно чекай. Ссылка будет в описании. Элитный звук. Залетай к ним. Дайте шума Darkside Records. Чё, кайф? Это шоу Big Collab. 2 часа начинается. Let's go. Boom! Так, Локимин и Эрика. Тоже должно интересно получиться, потому что у Эрики есть прям годные трещики. Ну, Локи, понятно. Меня зовут Рома Локимин. Эрика Люндман.
Паша. Who said this is who said? Нам нужно подумать, что здесь, что из этого сейчас сделать. Хочется грязи. Грязи? Сейчас мы да. Опа! Нужно интро придумать. Я думаю, что можно будет рок построить тоже на твоем вокале. Ты засэмплировать можешь как угодно, я тебе любой звук выдам, который тебе нужен. Ты сможешь прям кричалку? Я истерика, боль от чели, я истерика. Звучит прикольно. Показываю вам сэмплы, которые нравятся, дополнительно вы берете. Еще. Еще. Прикольно. Походу не Катя, тут парень. Я помню ваши мечты, это калик и калик. Чтоб вы икали и кали. Мама сказала мне get it, I got it. Походу не Катя, тут парень. Я помню ваши мечты, это калик и калик. Чтоб вы икали и кали. Мама кали, сказала кали. Мне get it, I got it. Так, что у тебя там записывать есть? Не обесточены, как твои дела. Раны червоточины, в глазах пелена. Видимо, беспочвенно лезвие ума. Видимо, беспочвенно лезвие ума. Резала безжалостно, доставая слова. А вам надо заткнуть пальцем жопу, чтобы у вас было что-то свое. Вот это шоу. Вам надо заткнуть пальцем жопу, чтобы у вас было что-то свое. Вот это шоу. Люди обесточены, как ты дела. Сожги дотла, сожги дотла, сожги дотла, сожги дотла. Ну что-то интересное получается. В любом случае будет. В любом случае мы послушаем и оценим. Так, Базука, Марсель. Вот сейчас интересно будет, что-нибудь там выдадут. Привет, ребята. Да, сегодня... всем салют. С вами Марсель, Глеб, Брик, Базука и Оля. Арива! У нас сначала должно быть интро без драмки. Вот сейчас можно в целом разделяться уже, по идее. А сделаем сейчас злобный, короче, из него. Просто для этого возьмем пианку реверснутую. Все идет по плану, но почему так странно? Я вижу сияние, заспал рано. Все идет по плану, но почему так странно? Я вижу сияние, заспал рано. Вылез из нирваны, где кручу катану. Я не заблудился и не потерял дорогу. Обновляю локу, завершаю свою хоку. Я не заблудился и не потерял дорогу. Обновляю локу, завершаю свою хоку. Ведь тело временное, скоро все исчезнет. Со мной лишь музыка моя будет навечно. Временное, скоро все исчезнет. Okay. Я ленивый, как ленивец, и пьяный в полнейший хлам. Моя жизнь пролетает номера гостиниц. Сцена — это мой храм. Сцена — это мой дом. Просто без поэзии не так эпично, понимаешь? Сейчас не сделаю, сделаю. Где я буду вечно молодым? Все остальное до звезды. Я ленивый, как ленивец, и пьяный в полнейший хлам. Моя жизнь пролетает на номерах гостиниц. Сцена — это мой храм. Я ленивый, как ленивец, и пьяный в полнейший хлам. Моя жизнь пролетает на номерах гостиниц. Сцена — это мой храм. Это мой храм. Сцена — это мой дом. Ставим всем городам. Сейчас я вам показываю сэмплы. Ребята, выбирайте сэмплы, угу. Которые забираете себе. Просто взять этот голосовой и его можно фигачить, мы его запичим, нарежем и все. Да, с этим можно. С ним хотя поработать можно. Можно. Вот это бридж для вашего дропа. И вы как раз в него выйдете, вот да. Так. Смотрите, смотрите. Ну вот. Вообще кайф.
Слушайте, ну, что-то интересное в любом случае, хочется послушать. Пока, честно говоря, мне Локи Мин и Эрика понравились больше. Всем привет, с вами группа Немига, Артур Матур, чудесный гитарист. А что с нами? Еще не знаем, чудесный ли он, сегодня поймем. Это вступление просто... Никто ничего не понимает. Будет прямая бочка и просто бас, понял? О, понял, да? Красава. Что, давай найдем звук прикольный. О, понял, да? Ой, хорошо. Да, подъездик прям как в моей молодости. Хороший был подъездик. Сэтла сделал бридж. Не припев, а бридж. Да, бридж. Здесь мы. Я редко там, где редко ты. Я без цветов, ты не несешь цветы. Люблю тебя, но любишь ли ты? Я ем тебя, ты для меня как ты. Асфальт терпит ноги, я иду к тебе. Люблю тебя тепло. Грею, как плед. Течет река, ты для меня никто был. Ты дал мне слово, я с тобой сломлена. Я так юна, ты мой юный любовник. Ты снился мне, я открываю сонник. Течет река, ты для меня никто был. Показываю вам мелодию, выбирайте, давай, которая вам нравится, интегрируйте ее в песню. Пацаны! Я не знаю, честно говоря. Хотел быть мечтой. Слепо доверять. Вот. Вот это вообще будет. Все. Такой перефон просто. Можно его? Давай его. Сразу сделай. А я ничего не сделаю, просто его всуну. Течет река. Ну, вроде неплохо, что-то интересное. У них, по-моему, я слышал фиты с Гуфом. Да, были, если я не ошибаюсь. Или это была другая группа? Ребята, мы вернулись на студию «Дайте шума». Yeah! Кайф, мы должны перейти сейчас к самой интересной части, должны прослушать треки, давайте, высказаться, какой трек нам понравился больше всего, ну и также вы, подписчики, будете вместе с нами определять, какой трек сегодня победил. Но мы вас, дорогие подписчики, не можем оставить без подарка. Среди вас мы разыграем крутые чатики. Сиди Стор. Ребятки, мы вальнули в своем стиле. Техно. Ну, какой техно? Ну, типа, не то, что техно, ну, типа... Техно-вайб, да, точно. Да. Есть тарелочки, да. Кто кайфанет, тот кайфанет. Эшот, пару слов тоже. Там будет сэмпл, там будет гитара, там будет Немига. Все, там это и будет. Там еще был гитарист наш, Артур Матур. Очень классно нам наиграл все мотивы, поддержал сам сэмпл. Я уже сама не дождусь, забыл уже, как все звучит. Let's go, послушаем первую команду. Go. Немига, Эшот и Артур. Матур. Асфальт терпит ноги, я иду к тебе. Люблю тебя тепло, грею как плед. Привет, передаю себе, я буду рядом через момент. Я редко там, где редко ты. Я без цветов, ты не несешь цветы. Для меня никто был, не дал мне слова.
сони. Течет река, ты для меня никто был. Ты дал мне слово, я с тобой сломлена. Я так юна, ты мой юный любовник. Ты снился мне, я открываю сони. Шума. Да, действительно, вот она сказала, прикольно. Это прикольно. То есть легенький, очень легкий трек, который можно как на фоне послушать, так, конечно, все закинуть. Бит приятный. Ну и в целом, не мига сделали. Прикольно. Вот это прикольно. Ну, не более, наверное. Просто прикольно, приятненький трючочек такой. Мне, в принципе, понравилось. Мы двигаемся дальше. Следующую команду, которую мы послушаем, большой такой коллаб. Группа «Марсель», «Брик Базука» и Ольга, Глеб Колязин и «Лайм Бой», наш продюсер. Это экспериментальный хип-хоп-хаус и рок-н-ролл. «Базука»? Экспериментальный рок-н-ролл. Вот, видишь? Круто. То бишь рэп. Да. А.К.А. рэп. Ольга. Это будет просто классно. Это, блин, будет бэнгер, ребята. Вот, другое дело. Вот так и надо говорить. Короче, сейчас, я представляете, вы сейчас все просто жестко разъебитесь. Поверьте, я вам обещаю. Снова проблемы, что? Каждый из них имеет свою цену, цену. Только на теле эмблем. Моя кровь кипит и изнутри мне греет вены. Все идет по плану, но почему так странно? Я вижу сияние из-за спаурана. Вылез из нирваны, в руке кручу катану. Хватит о проблемах, меня закидали спама. Выдох на бок, мертвую тревогу. Люди не выходят, они просто палят соком. Я не заблудился, не потерял дорогу. Обновляю локу, завершаю свою хоку. Временно и скоро все исчезнет. Со мной лишь музыка моя будет навечно. Голос души везде направит и подлечит. Муза, иди за мной, муза, иди за мной. Сердце твердее нефрита. Черными красками оно залито. Но я не подаю вида. Но я не подаю вида. Я ленивый, как ленивец, и пьяный в полнейший хлам. Моя жизнь пролетает на номера гостиниц. Сцена — это мой храм. Сцена — это мой дом. Салют всем городам. Саунд всем городам. Я хочу побывать там, где я не был. Где никто на меня не ходил. Где с неба не сыпется пепел. Где я буду вечно молодым. Где я буду вечно молодым. Где я буду вечно молодым. Все остальное — да. Мне только не понравился парт Степа Марселя. Что-то он слишком такой простой. Ну, короче, очень легкий. Очень легкий парт, но он простой. И мне из-за этого не понравилось. Вот. Смесь жанров идет. Базука сделал, в принципе, годненько. Девушка тоже звучала приятненько. Да и по тексту прикольно. Вот. Но мне, блин, Степа не понравился.
вечно молодой, до звезды, вот это вот все, блин, 250 тысяч раз было, и текст, ну, ничего не приносит нового. Вторично звучит. Да. Отлично, это была команда. Группа Марсель, Брик Базука, Ольга Лаймбой, Глеб Калязин и Митя Блинов, саксофонист. Дайте шума, ребятам. Отлично сделано. Просто будет такой бас там вообще жирный. Ты прямо сегодня я плыву. Прямо сегодня придумал трек. Конечно. И прямо спел сейчас наизусть, да? Конечно. Ну ты машины, конечно. И прямо в лайве сегодня спели. Понятно. Мы всегда прям, знаем. Прям, ну, брат. Не голова у тебя, ты просто кидаешь сразу. 100%. Отлично, это на полочке 9. Да, согласен. Ты сделал сейчас, ты прям приехал. Клавиши? Нет, если тебе признание. Клавиши, смотри, вот тебе не дают соврать. Клавиши, мы стали делать. Я сказал, давай, у меня есть проект, есть клавиши. Бро, я пошел ссать под конец мотора. Ты приехал только. Так, ребят. Ну что ты хочешь ссать? Ты сделал трек, когда только приехал под конец мотора. Во-первых, бля. У меня в гостях, ведите себя вежливо. Короче, стоп, тормози. Не понял, это вообще что такое? Ну, вообще очень странная тема, типа, ну, блин, сделали, что? Как будто это что-то даст. Только. Так, ребят. Это что такое вообще? Первый раз такое. До этого... Ну, может, за кадром оставалось? Сделал трек, когда только приехал под конец. Во-первых, блядь, вы у меня в гостях. Ведите себя вежливо. Короче, стоп, тормози. Просто такое ощущение, что будто все уже готовые треки принесли. Как бы все делали с нуля сегодня. Это на самом деле так. Кто-то взял там несколько строчек, написанных 100%. Раньше. Да, сегодня прям, проблема? Вся прям... мелодика, типа, все заново. Все аннулировали. Все аннулировали. Let's go, дайте шума. Да ну хрен с ним, господи, это же просто лайтовое шоу. Yeah. Как в детском саду, блядь. Ничего страшного. Двигаемся дальше. Следующую команду, которую мы послушаем. Локи Мин, Эрика Люнман. Тизер. Про что трек? Тизер трека. Я не знаю, про что он. Я ни хрена не успел придумать текст, потому что я ебал над продакшеном. Так. Поэтому я взял свою заготовку текста, как старую, которая честно. У меня была. Честно. А что честно? Мне захотелось, а что мне признаваться? Согласен, брат. Чтобы я потом сидел и ебать, ты классно сейчас. Скажи. Так я... Да. Я бы этот трек врубал на фестивалях. Я думаю, что он должен ебать, когда я его досведу, потому что Эрика выдала очень классные вокалы. Там, и вдруг они классно писались. Давайте послушаем. Я надеюсь, вас вжахнет. Я писала сегодня текст. Я хочу сказать, что я приятно удивлена тем, что у нас получилось в итоге, потому что вначале я не могла представить, что из этого выйдет, но я доверилась. Я думаю, что я не прогадала, я уже практически забыла, что мы сделали, но я помню, что это жестко качает. Супер, следующую команду, которую мы послушаем, это Эрика Люнман и Локи Мин. Дайте шума ребятам. Прикольно. Спас всех у снег, кроме Налика, так что обидно, походу, не катил тут.
парень. Я помню, ваши мечты это кали, какали, чтоб вы кали, кали. Мама сказала мне, где ты гадит, эго на скале. Пахнет носками работа, чтоб потом запахло цветами. Я быстро имали, все, что успел ты сказать, это ну не. Я до банды, до команды, батя, бодя, кот, за ашо. Хиросимская мудрость гласит, одиночество плохо. Две головы хорошо, эклетика шок. Но я не присвою чужого, культуры заем. Верну должок, а вам надо заткнуть пальцем жопу, чтобы у вас было что-то свое. Вот это шоу. Люди обесточили, как ты дела? Раны червоточили, в глазах пелена. Людям обесточили лезвие ума. Резала безжалостно, доставая слова. Что ты мне испорчишь, шепчет глубина. Заставляет чувствовать, чего не ждала. Зажги дотла, зажги дотла, зажги дотла. Так, мне Тислоки не очень зашел с его партом. Эрика звучала стилево. Хук прикольный, да и в начале было. Ну, в целом, даже вот продакшн от Локимина звучит охрененно. Охрененно. Нормальный трючок. Я даже не знаю, кто мне тут больше зашел, честно. Но в целом, как, вроде как и всех было приятно послушать. Нормальчик, нормальчик. Это была команда Эрика Люндман и Локи Мин. Мясной трек. Ребятки, я себе. Я думал, что мы прям, кто пришли сюда, прям выдумываем на ходу все это. Прям работаем здесь, в кадре. Чё? Ну, как бы, наверное, с одной стороны, да, типа, но... Короче, ладно. Не мне судить, не мне судить. Типа читерство, мы могли там куплет написать и месяц, и два, и три, чтобы получилось интересно. Прям выдумываем, работаем, думал, это суть этого шоу. Так а вы было? Прям принесли все с собой. От меня отбало немного твое отношение, слушай. Да, здесь все продакшн сделали да. Сами. С нуля. С текстов тут нет никакого панты, это просто флоу, я мог мя-мя-мя, да. Блядь, нахуй, эти все. Прям, короче, после съемок, если ты хочешь что-то высказать, после съемок высказывай. Мы сейчас пришли к Эрику, его шоу записывать. Давайте выскажемся, какие треки понравились. Ну, по факту, да, нахуя это в шоу, ну, да, вообще, но я такого ни разу не видел. Все, что все прям делали с нуля, по-любому, мне кажется, что кто-то заготовки зачитывал уже, ну, или там... Были какие-то наметочки, по крайней мере. Даже не в этом выпуске вообще, но... Ладно, больше персон. Всего и почему первым предлагаю проголосовать Локи Мин и Эрика Люндман. Скажу честно, мне понравились оба трека как идеи. У Немиги сам трек по себе приятный. По тексту это, ну, там, мимо меня, но я знаю, в какую аудиторию это попадает, и эта аудитория это нравится, и я это уважаю. Этот трек можно докрутить, он будет звучать классно. У Марселя... И Брик Базуки. Тоже пиздатый трек, потому что Брик Базуку услышать на какой-то попсе это вообще, ну, что-то просто отвал башки. Там я удивился голосу Стёпы, ну, прям такой мощный. Прикольные идеи, короче, круто все, саксофон люблю. Если между этими двумя треками выбирать, без обид, выбрал бы Немигу, потому что более концептуальный трек собран. Так что я, наверное, голосую за них. Эрика? Я хочу сказать, что у Немиги мне понравился трек, мне очень понравился тембр ваш. И в целом я тоже понимаю аудиторию этой музыки. Очень легкая получилась, изящная. У ребят, у Марселя, мне понравился там текст, посыл. Очень приятный тембр. В последующем меня разъебал саксофон, потому что я обожаю живое звучание, и это было прямо вот добивающее, хорошо вошедшее, прямо сладенько по маслу. Вот, поэтому я дам свой голос за Марселя. Кайф, давайте разделим ваш голос. Один голос уходит за команду тогда Немига, один голос за Марсель, Брик Базука. Давай тогда вы сразу проголосуете. Группа Немига и Шот по очереди. Какой трек вам понравился больше всего и почему? Марсель. То, что было на входе, я просто выпал. Эта ударочка в самом начале, это была просто пушка такая, что волосы вылетели из головы. А мне очень понравился трек Марсели. Он, правда, такой эффектный. Но команда Эрики и Локи Мина попали в меня полностью. Что мой голос вам. Кайф, отлично. Эйшот? Да, мне тоже понравился трек Локи Мина и Эрики. Очень круто. Это очень важно для любого трека, чтобы начало так, типа, сразу... Вот оно это было. Просто вау. Мне очень понравилось. Кайф. Суммарно голос команды Немига и Эйшот уходит за команду Локи Мин и Эрика Люндман. Супер.
Двигаемся дальше. Команда группа Марсель, Брик Базука. Мне больше всего понравился трек Немиги. Не только благодаря Немиги, но и Ашоту в первую очередь, потому что он создал такой очень прозрачный, широкий саунд, где нет особо ничего лишнего. То есть я бы с удовольствием на какой-нибудь вечеринке танцевал бы под это. Мне как бы, ну, это абсолютный факт. Потому что я, в принципе, такое люблю музло. Поэтому я хочу сказать, что я свой голос отдаю Немиге. Вот, несмотря на то, что Ромыч, мне тоже очень понравился трек. Во-вторых, хочу признаться, да, эти клавиши я придумал, как бы не сейчас. Доказывать нам нечего. Я могу признавать свои какие-то причины, какие-то свои проблемы там и так далее. Мне вообще не западло. Мне нечего кому-то что-то доказывать. Митя, саксофонист из группы «Марсель». Я вот просто сужу так, если на какой концерт я бы пошел, и я отдал бы свой голос вот ребятам. Lameboy. Ну, честно, когда я услышал то, что сделал Ашот, я вообще офигел. И я, наверное, тоже бы Немиге отдал свой голос, только потому что продакшн меня очень сильно впечатлил. Двигаемся дальше, Базука. У Немиги прикольный трек. Я бы понимаю такую музыку, но голос дал бы Луки минус Эрика, потому что я слушал бы этот трек, скорее всего, там весь трек я чувствую грув. По вайбу такой, как я люблю, понял, мрачный при этом. Ну, короче, круто, мне нравится. Кайф. Я еще раз бы послушал. Мне очень понравился трек Эрики, несмотря на всю мою любовь. Ну все, забрали, окей. Согласен. Глеб Калязин. Мне Немиге понравилось. Там, на самом деле, действительно есть много крючков, и Ашот действительно за короткое время сделал крутой звук. Но голос свой я отдам за Луки Мина и Эрику, потому что много разных частей, все дропают по-разному, и как будто много хуков сразу в песне, и поэтому трек развивается. Отлично, суммарно голос команды Брик Базука, группа «Марсель» уходит команде Локи Мин и Эрика Люндман. У меня тоже есть голос. Я выскажусь. Не хочу брать ответственность на себя. И, дорогие подписчики, вы в комментариях решили. Команда Брик Базука и группа «Марсель». Так, все. Ну, в целом, мне понравился выпуск. У всех исполнителей были годные тречки, но я жду, наверное, трек Локи и Эрики. Я вот прям хочу его послушать. И добавить себе, наверное. Брик Базуку. Хотя, наверное, Базуку с «Марселем» тоже переслушаю. Вот, Немига, блин, не знаю, тоже прикольно вроде было, да у всех было годно, интересно, у кого-то там прям вообще своеобразно, единственное, что мне не понравилось за все это парт Степа Марселя, вот и все, а так в целом выпуск, конечно, хороший, респект за такой контентий.